Жители Орска смогут выбрать общественную территорию, которую будут благоустраивать в 2023 году. Голосование будет проходить в электронном формате на единой федеральной платформе za.городсреда.ру. Все подробности об этой процедуре расскажет волонтерский корпус добровольцев. Арчанам предстоит выбрать территорию следующих вариантов – парк Северный, парк Пищевик и бульвар по проспекту Мира. Как сообщает администрация Орска, с 15 апреля на территории города заработают несколько информационных точек. Волонтеры будут рассказывать арчанам о голосовании и возможности дистанционно дать свой голос за ту или иную территорию. Кстати, волонтером может стать любой желающий старше 16 лет, в том числе корпоративные серебряные добровольцы, члены общественных организаций и объединений. Заявки на участие принимаются до 21 марта. Волонтеры пройдут двухнедельное дистанционное обучение и итоговое собеседование. Администрация Орска приглашает всех неравнодушных арчан присоединиться к корпусу федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».